Следующие риски – это то, что из-за того, что смартфон такой удобный, красивый, такой няшный, в соцсетях у нас есть так называемые френды. Важную вещь запомните, пожалуйста. Френды – это не друзья. Френдов у вас может быть хоть 500 штук в вашей социальной сети. А друзей у вас реальных сколько?